Музей мумификации находится в Луксоре на восточном берегу Нила. Это лучшее место для изучения тайн мумификации. Это очень хорошо сохранившаяся мумия Масахарте. Он был сыном короля Пенеджема, который управлял Египтом в течение 21-й династии. Мумия была найдена в тайнике мумий в Дейр-эль-Бахре, содержащей 40 мумий. Мумия покрыта саваном, украшенной изображением бога мертвых и загробной жизни Осириса. Четыре украшенные банки, которые содержали внутренние органы, извлеченные из тела. Мумифицированные животные. Некоторые животные мумифицировались, потому что они были связаны с определенными богами. Мумифицированный баран был связан с богами Хнум и Амун. Коты были животными, связанными с богиней Бастет, а крокодилы – с богом совок. Сокол Кибехсенуф был защитником кишечников. Имсети – защитник печени. Хапу-бабуин – легких. Шакал Дуамутев – желудка. Это деревянная статуя Анубиса – бога мумификации. Древние египтяне думали, что сохранность тела необходима для возрождения человека. После смерти тело покойного приносили к месту мумификации. Бальзамировщики вставляли крюк в ноздри и извлекали мозг. После этого они очищали впадину черепа пальмовым вином, наполняли ее полотном и смолистой жидкостью. Внутренние органы, кроме сердца, извлекали через разрез, который обычно делался в левой стороне живота. После этого полость промывали пальмовым вином. Далее полость заполняли временными материалами, приложенные в льняных пакетах, содержащих сухой водный карбонат натрия, чтобы ускорить обезвоживание тела. Следующая и заключительная стадия в процессе бальзамирования была обработкой всего тела с водным карбонатом натрия. Это тип соли, извлекающий воду из ткани тела. Тело помещали на кровать, полную водным карбонатом натрия, на 40 дней. Временные наполненные пакеты и водный карбонат натрия осушали тело, и их регулярно меняли. После этих 40 дней тело вынимали и удаляли временные пакеты. Снова промывали полость пальмовым вином и наполняли новыми сухими материалами, такими как ароматизированная ткань, нильская грязь, мир, кассио, полотно, смоло, опилка и один или два вида лука. После чего разрез закрывали и тело обертывалось льняными бандажами.
Долото использовал, чтобы сломать носовую кость. Лопаточка, чтобы расчленить мозг на маленькие части. И щетка для очистки и смазывания тела. Это материалы, используемые для процесса мумификации. Соль водного карбоната натрия, смола и полотно.